Привет! Меня зовут Дима, мой ник Brother2S, и ты на канале, который посвящен фарму опыта Fortnite. Я на этом канале каждый день записываю новые видосики, карт на фарм опыта. Все эти карты работают на всех платформах и во всех странах, включая Россию. Ставь лайк, подписывайся на канал, прожимай колокольчик. Погнали, покажу тебе карту, которую подготовил сегодня. Заходим в поиск и вводим сюда в поисковую строку вот этот код. 16-42-42-80-24-39. Нажимаем Enter, нажимаем на картиночку. На вот эту. Здесь обязательно ставим частный режим в настройках. Если у вас стоит открытый, переключите обязательно на частный. Подтверждаем и нажимаем играть. И пока карта грузится, заходим в магазинчик предметов, друзья. И так как я партнер компании Epic Games, вы можете внизу нажать поддержку автора и ввести мой код автора G-APT. Нажимаете поиск, он фиксируется в вашем магазине предметов. И с этого момента вы будете меня поддерживать всеми вашими приобретениями в магазине предметов. Спасибо большое, что сделали это для меня. Загрузилась карта. Теперь мы с вами бежим вот сюда, вот в левый дальний угол. Здесь в уголочке запрыгиваем на автоматы, подходим, где они стыкуются, вот сюда на край, поднимаем голову и нажимаем на кнопочку на скрытую. Она запускает таймер в 5 минут, на экранчике вы его сейчас видите. Возвращаемся чуть-чуть сюда назад, смотрим, вот стоим в сторону спавна, вот так, чтобы видеть кабинку для переодевания на краю. И ждем, пока пройдет 5 минут, друзья. Итак, друзья, когда заканчивается таймер, мы вот здесь вот стоим на краешке и поднимаем свою голову наверх. Здесь есть кнопочка скрытая. Нажимаем эту кнопочку, она переносит нас в локацию с тремя плакатами, с тремя баннерами разных карт. Подходим к любому из них, так чтобы терминал засветился зеленым цветом. Нажимаем «Взаимодействовать» и сюда вводим код 17108136640. Нажимаем «Принять». Картиночка у нас поменялась, табличка XP есть. Нажимаем «Взаимодействуем с самим плакатом», нажимаем «Выбрать» и ждем загрузочку карты. Карта загрузилась, друзья, мы оказались на спавне. Преобразуем своего персонажа и погнали. Ныряем на платформу. Вот сюда. Нам нужно прямо на самую рампу запрыгнуть. И вот здесь вот на рампе есть кнопочка XP. Нажимаем. Запускаем АФК опыт. Проходим на обратную сторону рампы, нажимаем еще одну кнопочку и запускаем дополнительный АФК опыт. Так, друзья, немножко отвлекся на несколько минут, уже вон почти 5000 опыта АФК мне накапало за это время. Бежим теперь вот сюда, вот где оружка у нас вся. Подходим здесь, берем метлу. Давайте вместо вот этого вот эликсира молодости возьмем еще таран. И возвращаемся вот в эту сторону, где стоят автоматы, к зеленой большой кнопке. Нажимаем эту кнопку. Она открывает нам небо, очищает. И теперь мы можем с вами видеть, куда мы можем дальше направляться. Нас интересует вот это здание. Маленький домик с трубой наверху. И с колесом слева. Видите, там колесо типа водонапорное или что-то такое. В общем, пробираемся сюда. С помощью тарана можем отсюда уже попробовать долететь. Нам нужно на задний двор. Вот в эту дверку. Здесь забегаем в эту дверку, поворачиваемся здесь направо и нажимаем кнопочку на вот этом пультике. Активируем буст к опыту. Теперь поднимаемся наверх. Проходим вот сюда вот в вот это углубление и на окошке нажимаем еще одну кнопочку. Активируем еще один буст к опыту. Вот в этом домике мы с вами были в самом домике, а нам нужно с вами забраться на самую верхнюю его крышу, вот сюда. И здесь есть еще одна кнопочка в этом домике. Нажимаем эту кнопочку, дополнительно еще получаем опыт. И направляемся в сторону другого здания, которое находится вон там, вот тот маленький домик. С помощью вот этих средств метла и таран намного проще, быстрее перемещаться здесь. Забегаем в этот домик внутрь, забегаем за барную стоечку и на вот этом круглом плакате нажимаем кнопочку. Активируем еще один буст к опыту. Теперь поднимаемся здесь на второй этаж. И на кассовом аппарате нажимаем еще одну кнопочку.
Теперь выходим на улицу, и нам нужно с вами добраться вот сюда, к этому зданию. Лучше в обход, либо сразу телепортнуться в сторону спавна и построиться туда. Попробую в обход. Все, добрались до здания, заходим внутрь. На барной стоечке стоит фонарик. Первый же фонарик нас интересует. Нажимаем на нем кнопочку. Поднимаемся теперь по ступенечкам на второй этаж. Проходим вот сюда вот дальше. И в самый конец. В самый конец направо поворачиваем. Здесь есть кроватка, на которой на подушке, вот на изголовье есть кнопочка. Нажали, активировали еще один буст к опыту. Здесь, в этом домике, мы нажали здесь кнопочку. Мы нажали кнопочку вот там на этих. Поднимаемся на верхний этаж еще, на самый, в этом домике. И вот здесь вот стоит чаша с кнопочкой еще одна. Нажимаем эту кнопочку и получаем еще один буст к опыту. Теперь выходим из здания. Только выходим, давайте, в другую дверку. Вот в эту. И здесь есть такой хлев. Это загон для животных. В первый отсек заходим и на корыте с сеном нажимаем кнопочку. Активируем еще один буст к опыту. Теперь выходим. И нам с вами нужно добраться теперь до вот этого маленького домика. Летим с помощью тарана, как всегда. И прилетаем прямо в самый домик. Круто. Подходим сразу к ксероксу, да, ксерокс, аппарат копировальный. Нажимаем кнопочку, поднимаемся наверх на второй этаж и вот здесь на лампе нажимаем еще одну кнопочку. Отлично. Теперь в сторону спавна летим на таране. Вот мы здесь и оказались. И если у вас есть желание еще подождать, пока пройдет вот этот таймер, чтобы забрать вот эти три монетки, вы можете здесь просто потусоваться либо в АФК, либо поиграть на этой карте. Здесь еще, дополнение, здесь еще, пока вы находитесь на этой платформе, можно построить вот от этих плакатов с одной стороны 5 рамп. 2, 3, 4, 5 и 5 полов. 1, 2, 3, 4, 5. И получить вот здесь вот еще буст к опыту. Есть кнопочка в конце. Одну прожимаем, потом направляемся на противоположную сторону. И здесь также строим 5 рамп. 1, 2, 3, 4, 5 и 5 полов. 1, 2, 3, 4, 5. Это об этих кнопочках узнал уже чуть-чуть позже. Тот же Барби Гелл их нашел и мне дал знать, пока я еще не успел домонтировать видео. Поэтому вот дозаписываю. Смотрите, с двух кнопок уже почти 20 косарей я получил. Почему бы и нет? К тем 100 с копейками, которые за другие кнопки получил, уже очень неплохой результат. Я на этой карте больше не знаю кнопочек. Эту карту мне сегодня подсказал Барби Гелл. Спасибо большое тебе за то, что помог мне с картой на опыт. 110 тысяч уже нафармил на этой карте. Я думаю, что с таким успехом, с моим уровнем 299, это очень хороший результат. Напишите обязательно в комментариях, сколько вы нафармили на этой карте, друзья. Спасибо вам за просмотр. Всем желаю классного дня и отличного настроения. Пока.